4 золота, 1 серебро и 2 бронзы выиграли приморские гребцы на чемпионате России. Соревнования проходили с 30 июня по 4 июля и собрали более 300 спортсменов из 30 регионов страны. Как сообщили в Краевом министерстве физической культуры и спорта, в начале этого сезона была сформирована группа приморских гребцов, в которую вошли спортсмены Краевой спортивной школы Олимпийского резерва, призеры Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта Иван Штыль и Алексей Каравашков. По словам Ивана, поставленную на чемпионат России задачу они выполнили на 90%. Алексей очень хорошо и быстро набирает форму. За 8 месяцев с таким большим перерывом без спорта, я думаю, что никто из нынешних спортсменов не мог бы так набрать. Впереди у спортсменов спартакиада, который пройдет в Москве с 20 по 23 августа.